Всем привет! Вы на моем канале, и сегодня будет челлендж коктейль-парти. Вечеринка у нас такая. Вечеринка, да. Мы будем делать себе коктейли, друг другу. Рассказывать вам рецепты хороших коктейлей, которые можно пить летом, когда жарко и когда вам что-то хочется вкусненького. И у нас будет вот такой маленький челлендж. Вот. И мы будем угадывать вкусный коктейль. Я иду в другую комнату, моя мама делает какой-то рецепт. Итак, начинаем. Для рецепта мы выбрали такие продукты. Молоко, апельсин, сельдерей, арбуз, клубника, грейпфрут, лайм, огурец и лимон. Некоторые фрукты мы будем взбивать миксером. Я буду делать огуречный коктейль. А еще я не сказала, что у нас семена чиа и чиа-сидс, и ванила, и перец. Так, что начинаем? Начинаем. Рецепт огуречного коктейля. Огурец свежий, сельдерей, соль, перец черный молотый, лед, мята. Ну, мяту мы не будем использовать, я забыла ее купить. Будем лайм кидать туда. У нас коктейльчик получился. Коктейль с мороженым. Коктейль мороженого. Молоко, сахар и мороженое. Очень просто. Добавляем молоко. С мороженого розового цвета. Ангелина так любит у нас что-то кушать розовенькое. И... ну и какой еще? Как вы думаете, какой сделаю я? Ангелина любит у нас апельсин. Арбуз. Давай с арбуза сделаем. Так, арбуз, сахар, лимоны, вода, мята. Сестра уже выпила один коктейль. Попробовала. Да. Чуть-чуть. Ты что, это типа... Давай, так, какой ты будешь первой? Я с розовым. Ну давай, сейчас. С розовым. Я должна... Какие там есть? Не, я не буду. Давай, я тебе не напоминаю, ты будешь сама говорить, что это за коктейль. Вкусно, капец, это мороженое. Эльке понравилось вот это. Похоже, очень сильно похоже на апельсин. Но... там такие маленькие штучки. Наверное, арбуз. Эрика, она уже пробовала. Эрика, попробуй. А вот вкус понравился. Да, я наверняка угадала. Вот это попробуй.
Смотри! Ну давай, арбузиком запей. Вот это пей, это твой. Так, ну дайте же маме попробовать, что же я сделала. Окей, теперь мама. С утреца. Ну, когда, это для одежды. Когда жарко. Девочек, все. Да, если на диете. Вот это очень вкусно. Да, что такое? Она тоже хочет попробовать еще, да? Вкусненький, да? Да, ты еще арбузный не попробовала. Дай-ка. А цвета вообще круто. Да, круто цвета получились. Арбузик такой кисло-сладенький. Да, я сперва подумала, что это апельсин. Арбуз вообще бомба. Да. Такой не сладкий. Вот апельсиновый, это, как-то. Этот рецепт запомнить. Надо запомнить. А я обожаю мороженое. Здесь просто лайм и лимон. Ну, а мама этим будет. Диета. Хорошо. Пошли. Я сейчас буду делать клубничный для мамы. Сперва надо сахар. Сейчас сахар. Так. Лайм. Так. Лайм. Гранатовый сироп. Гранатовый сироп. Я люблю, короче. Клубника сколько тут? Так. А вот тут тоже гранатовый. Немного маловато. Вот такой вот щечок. Теперь я сейчас буду делать клубничный. Я украшу или нет? Да. 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 Клубника, сахар. Ну, вот столько, да. Лимонад какой-то с молоком. Апельсина. Я сейчас размешаю их. Так, мам, выбирай. Подожди, чтобы Эрика не пила. Какой? Написали апельсинчик с молоком. Да. Клубника. Следующий. Угу. Дай-ка мама попробуй. Что? Мой любимый грейпфрут. Вот моя сестра сейчас пошла. Видно, что Ангелина готовила на носик. Вытри. Да? Да. Серьезно? Да. Что ты пробовала? Клубника она пробовала. Все вкусно? Пробуй.
Ну, самый-самый вкусный апельсиновый, наверное. Апельсин. Так, теперь я попробую. Вкусно. Так. Тоже вкусно. Так, мой самый любимый, это вот эти, да. Этот мне не понравилось, потому что там много кусков, и у меня застряло вот тут. Я такая... Ребята, если вы сейчас слышите мультик, то извините, моя мама сейчас там смотрит. Так, я сейчас буду делать... Ты садись и выбирай первых три, а потом четвертый, это бонус. Бонус четвертый. Да. Давай. Эрике нельзя. Что это? Кока-кола. Дальше. Четвертый. Canada Dry. Дальше. Эрика, стоп! Черри? Не черри, это... Ну, короче, да. Дальше. Гранберри. Подожди, давай я подниму ему. Что-то вкусненькое, но не могу понять, что. Да? Окей, теперь я, дай попробую все. Ну, я все не буду пить, ну просто это. Очень вкусно. Что там такое? Блин, вкусно. Я думала, то, что оно будет фу. Mm-hmm. Это вот эти три смешанные. Все три? Да. Прикольно. Да? Советую. Угу. Не то кока-кола, не то чуть-чуть кока-кола черри, что-то такое напоминает, да? Спрайт как минералка с лимоном. Они отдельно не такие вкусные, как последний. Да, последний. Правда? Итак, делаю пранк на этот Гелины. Я не знаю, как она это будет пить, но я достала джем. Он очень сладкий. Добавляем его чуть-чуть. Достаточно. И знаете, что это такое? Это китайцы берут рыбу, настаивают в бочках. И она там гниет, плесневит. Тухнет там она несколько месяцев, не знаю сколько. И получается потом такой соус. Мы чуть-чуть его добавим. Чуть-чуть. Жарать буду чуть-чуть. Опа, ой, ну совсем не чуть-чуть. Ну, короче. И приправим лимончиком. Он даже не растворяется хорошо. Ох, если она потянет этот. Просто один. Тут нету. Просто один. Подожди, Эрик. Я боюсь. Один. Можешь вообще глотать? Я не знаю. Эрика, я не могу.
Только Эрике не давай. Я не знаю. Что? Писики. Какие писики? Фу. Что это? Сладко-соленое. Я не знаю, что это, но оно такое. На запах лайм? Да, есть немного лайма, но... Что? Ребята, на этом мы будем заканчивать видео. Подписывайтесь на канал. Давай как вчера, иди сюда. И ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.